Всем привет, с вами канал 24. Ну что, ребятушки, теперь все, свет есть, все это хорошо. Теперь мы будем смотреть версию 1.40 Scania LK Normal. Что это за Scania? Старичок, так сказать. Давайте смотреть. По кабине у нас сопоставляется чуть-чуть голеньким. Да. Смотрим. По кабине у нас одна Normal, да. По шасси 4x2. Различные все это у нас есть. Шасси 6x4, 6x2 подъемная ось и так далее. 4x2 берем. По двигателям здесь у нас идут 305, 290, 206, 319, 325, 360 и 500-ка. По трансмиссии 10 передач и 12. Плюс интерьер у нас. Интерьер у нас 3 интерьера различных. Вставочка такая типа деревянных. Плюс черная и такие черные плюс вставки что-то. Возьмем обычно, пусть, в принципе, которая стоит. Так, покраска у нас оранжевая, плюс пользуются цвета и металл. По аксессуарам здесь давайте уже будем добавлять как раз. Это у нас идет... Вот это пусть сразу идет. Плюс бампера. А, номерной знак, извините. Здесь как раз бампер идет, да. Оранжевый, все будем делать оранжевым. Так, здесь у нас логотип, плюс сама вставка, вставочка. Ой, как мне эти насморки уже задолбали. Плюс антенна, здесь также антенна. Это у нас затемнение, я так понял, да. Можем делать светло и так далее. Прикольно. Стандартная табличка, плюс Left Rear, типа, я забыл, как это у них, у Scania называется. Это я не понял, что это, в чем причина. Дефлектор, который, да, сзади идет. И, в принципе, все. Нет, не все. Ага, во-во, да-да-да, вот. Либо так, конечно так. Так. Где-то что-то пропустил, то посмотрите, в принципе, его скачайте. Ссылка в описании. Посмотрите сами. Здесь у нас наклеечка, я так понял, да. Плюс навигатор, который уже есть. Здесь у нас можно поставить бутылочку пива или что это. 18 плюс вредит здоровью. Плюс и ноутбук. И все. В принципе, все. Давайте принимаем. Так, купить, здесь у нас Варцлав, да, окей. Грузовики, Scania, я уже за ней. Смотрим, что это у нас за такая интересная Scania, надеюсь, что будет лучшую сторону, покажет себя. Потому что, в принципе... Конечно, скажу так, что достаточно хороших модов вышло, да. Очень интересно посмотреть. Что это? А при чем здесь у меня устоит? Так, сейчас, быстро, пару минут, ребят. Мы настраиваем только клавиатуру. Все. Так, заводим, слушаем звук. Ну, звук старичка, понятное дело. Так. Свет. Очень темно, но я вижу, что анимация света есть. Хорошо. Работает. У нас, я что-то не вижу, что у нас. Но анимация есть, хорошо. Стеклышко. Есть. И плюс ручки работают. Хорошо. Стоп-сигнал. Работает. Хорошо. Плюс бортовой компьютер у нас в виде компьютера, ну, ноутбука. Класс. Просто зашибательно. Поехали. Слушайте. Ух, а звук какой. А звук какой, ребятушки. Ё-моё. Thank you.
это скайновский звук и просто класс. А звук просто шедеврос. Ну это топчик, ну реально просто класс. Ну реально класс. Ребят, ну я могу сказать, что это прям очень классный модик. По анимациям и так далее. Давайте мы возьмем прицеп. У меня должен, по-моему, быть прицеп шторник. Да, мы возьмем его. И я скажу, что это классный мод. Реально классный. Я прям удивление просто удивляю. Анимация, все есть. Пожалуйста, все есть. Блин, ну это классно, реально. Это просто топчик. Реально классно. Рекомендую, это по-любому его... сейчас, секунду. По-любому я и вам его рекомендую скачать. Прям точно рекомендую вам скачать. Все ссылки будут в описании, качайте. Поэтому это реально классно. Анимация, все присутствует. Прям реально классно. Реально точек. Это прям 5 звезд однозначно. Ладно, с вами канал 24, ребятушки. Поэтому такой модик получился. Может где-то быстро, поэтому качайте. Прям классно, 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 черт возьми. Всем пока, подписывайтесь на канал. Не забывайте, что такое существует канал А24. И будет топчик, если добьете мне. Подпишутся. Давайте 7. Подпишем. 62 у нас. Сделаем 65. Будет просто классно. Всем пока.